Девчонки, всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью, а именно своим подарочком, который сделал мне мой муж. Это будет большая такая, я бы сказала, закупка из офлайн-магазина Ivroche. Да-да, давно не было у меня покупок каких-то Ivroche. Наверное, нужно было мне отдохнуть немножко, чтобы понять, что просто Ivroche незаменим как косметический бренд в моей жизни, что некоторые продукты просто реально незаменимы, и им нет аналогов. Здесь будут покупки. Я бросала мужу в наш чат с ним хотелки, какие я хочу, и какие-то листовки, какие действуют с кодовыми словами. Также он на свой выбор сделал некоторые покупки, и, конечно же, консультанты ему что-то там рассказывали, предлагали, собственно, из этого вытекают эти покупки. Далее, что хочу еще по-быстрому сказать. Подарки, кодовые слова, девчонки, здесь будут также замены, поэтому что вспомню, расскажу, что нет, все читайте, я вам все действующие, которые знаю кодовые слова, напишу в инфобоксе. Ну что ж, давайте приступим на 1,5 минуты вступления. Я просто очень-очень рада. Я так визжала от радости, когда увидела этот огромный пакет, потому что мне реально не хватало. Ну, первое, что я вам хочу показать, конечно же, это новинки, это спрейчики для тела и волос. Я выбрала 3, я говорила, ну, кидала в чат мужу скрины, да, какие именно я хочу. Посмотрите на это прелестное трио, какой красивый дизайн, вот эта вот задумка с такими вот белыми цветами, лепестками, просто шикарно выглядит. Обалденные, конечно, штучки. Они не липкие. Это самое важное, что я хотела первым делом испробовать. Это то, что они не липкие. Также я знаю, что многие девочки наносят их и летом вот сейчас, да, используют вместо духов, да, как легкое такое вот, как легкие парфюмированные духи, вот что можно сказать, носят с собой. В общем, они не липкие, они реально соответствуют ароматам из серии, которые они принадлежат. И, конечно же, что я хотела? Я хотела свою любимую малину и мяту. Это сейчас из серии Pleasure Nature мой самый-самый любимый ароматик. Просто, знаете, я распылила на руку немножко, вот, каждого по чуть-чуть. Я когда этот аромат вдохнула, у меня аж мурашки по коже побежали. Ну, нравится он мне, просто сумасшедший для меня запах. Самый вот из Pleasure любимый. Также, конечно же, лесная земляничка. Еще в старом формате, когда это были стеклянные, ну, стеклянные бутылочки, да, я не один раз приобретала, конечно же, и в этом формате купила. Ну и лимиточка, это у нас персик и анис, да, тоже мне понравился, и в геле для душа по запаху, и я, конечно же, захотела спрейчики купить, и вот эти 3 конкретно, стоимость каждого по 549 рублей. Да, у меня тут такой чек, девчонки, тут просто целая лента чека, я вам говорю, потому что сейчас такие интересные чеки, там указываются акции, специальные предложения, даже некоторые подарки, не все, но они пробиты. Раньше чек как-то попроще был, сейчас я смотрю, у них тут все серьезно стало. И давайте прям вот по чеку я пойду, и потом буду говорить, это я знала, что купит мой муж, или не знала. Ну, в общем, первое, что вижу я, это у нас трио масок. Я, насколько поняла, это у нас маски 3 по цене 2. И я не знала, что муж их купит. Масочки с облепихой, вы знаете, я люблю, я их покупала регулярно, они мне нравятся, и они мне пахнут абрикосами. И я думаю, что муж просто взял одну или две из этих масок, ему предложили выбрать их 3. Ну и он взял маску с агавой увлажняющую. Ее я тоже пробовала, не особо как-то я помню в восторге от нее была. Ну ладно, использую, почему бы нет, можно сказать, что она шла в подарок.
Да. Следующий у нас наборчик. Уход для волос по специальной цене. Насколько я понимаю, это шампунь и бальзам. И мой муж взял шампунь для идеально прямых волос с экстрактом семян бами. Вот такой вот шампунь. И бальзамчик для питания с овсом и миндалем. Очень мне нравится вот этот вот запах с миндалем, конечно. Ой, с миндалем, с овсом. Он такой необычно сладковатый, какой-то растительный. Но я все шампуни, все бальзамчики у Yves Rocher пробовала, кроме вот этих вот новинок, которые выйдут, да? Которые уже миниатюрки при заказе дают. Ну, в общем, у меня не было бумажной листовки, поэтому вот как-то так. Поэтому подарки только вот я получала по промокодам. Бумажной листовочки не было. Ну вот такая парочка по специальной цене нашла. Далее у нас идет мыло и крем для рук. Это тоже у нас специальная цена получается. То есть там скидка хорошая при данной покупке. И муж взял жидкое мыло Олива и Петтигрин. Девчонки, я прошу прощения, просто ребенок ломится к маме, хочет, чтобы я с ней была, не отпускает меня снимать видео, то свет не выключит, то в дверь стучит, то еще что-то. Ну, поэтому буду стараться поскорее снять. Значит, о чем я говорила? Говорила о том, что по спецпредложению это у нас жидкое мыло идет и кремушек для рук серии Pleasure Nature. И муж выбрал с оливой жидкое мыло. Он, в принципе, иногда пользуется жидким мылом. И выбрал лотос и шалфей. Такой вот крем для рук. То есть при покупке продуктов в дуэте получается дешевле. И за этим следует подарок. То есть каждый вот дуэт, мыло жидкое с кремом, далее три масочки и вот этот набор шампунь и бальзам. И это у нас шли специальные предложения по чековой книжке. Чековой книжки у нас, кстати, не было. Но нам, в общем-то, пробили так и сказали, что так как мы использовали три купона чековой книжки, да, это уже я по словам мужа все вам рассказываю, можно выбрать подарок за 500 рублей. И он выбрал цветной корректор зеленый против покраснений. Именно его я просила купить, потому что мне нужна эта штучка. И давайте его откроем и посмотрим, потому что я думаю, что я поставлю его сразу в использование. Вещичка нужная, хотелочка необходимая. И вместо того, чтобы приобретать, добрые консультанты сделали так, что, в общем, мы получили его в подарок. Ну, здорово, да, почему бы и нет. Я никогда у Yves Rocher не приобретала корректоры такие, но они сравнительно не так давно вышли, да. Вот столько здесь продукта. В принципе, нормально, чтобы какие-то там воспаления замазать, какие-то покраснения. Я думаю, хватит на определенный период. Такой вот оттеночек. Ну, зелененький, да? Ничем не пахнет. Буду с удовольствием пользоваться. Здорово. Следующее. Это у нас что? Опять же, специальное предложение идет. Я мужа просила приобрести мне гель для умывания с ромашкой. Девчонки, я уже говорила вам, это вообще мой самый бестселлер. И я сравниваю этот продукт с аптечной, такой вот хорошей, дорогой косметикой. Потому что, когда я пользуюсь этой ромашкой, у меня вообще все проблемы с лицом, высыпание, какая-то дряблость и так далее уходит. Это просто шикарные продукты, которые, ну, за свою цену просто, можно сказать, бесплатно. Потому что качество его на высоте. И аромат мне нравится, хотя, мне кажется, он ромашкой абсолютно не пахнет. И по поводу диета, да, видимо, ему предложили, что так будет более выгодно. То есть гель для умывания приобрести с вот таким вот кремом. Крем универсальный. Он идет и для лица, для тела, в общем, для всего.
Этот, девочки, крем мы покупаем очень-очень много лет. Он для нас незаменимый, но так как он безумно жирный и он плохо впитывается, мы его покупаем только для массажей. Именно для массажей это вообще крутая вещь. Ну так как-то для лица, я не знаю, это надо какая-то супер-мега сухая кожа. Только для массажей. И, в общем-то, мы его и так постоянно берем. Муж решил, что почему бы нет, выгодно, да. Следующее, что хочу показать, это у нас ошибочная покупка. Я просила мужа приобрести гель для душа Manoi de Tahiti, но его не было в наличии, как и моего желанного спонжа Конжакова. И он говорит, я сказал спрей Manoi de Tahiti, то есть не духи, у них есть голубенький такой спрей для тела. Ну, а ему взяли и положили такое вот масло. Это масло для тела, и, к сожалению, я им вообще не могу воспользоваться по одной простой причине. Потому что, девочки, у меня аллергия именно на этот продукт. Здесь в составе идет кокос, в общем, производные кокоса, и у меня прям жуткая аллергия, так как мы такое же масло приобретали, и это ошибочная покупка. Хорошо, что по скидке, поэтому это у меня сразу уйдет кому-нибудь, я отдам. К сожалению, это в нашей семье использоваться не может. Ну да, и такое бывает. Далее, муж приобрел мыло. Кстати, у нас мыло заканчивается, и мы постоянно приобретаем кусковое мыло, да, когда делаем покупки в Роше. Но я как-то ему забыла об этом сказать, напомнить, и вы знаете, он сам купил, и купил он лесная земляника, обалденный ароматик, конечно, обожаю постоянно вот мою любимую малину и мяту, как же без нее, и взял два мыльца, которые я не очень рада видеть в покупках, но ладно, отправлю их на кухню, и там израсходую. Это у нас манго и кориандр, и это у нас миндаль и флер-таранж. Очень неприятные запахи вот эти вот. Я, видите, никогда не приобретала ни гели. Вернее, муж приобретал, а я все время их то отдам, то выброшу, то еще что-то. Очень мне эти запахи не нравятся. Но как мыло, ладно, на кухне сгодится, можно так сказать. Так, что же у нас еще было из покупочек? Так, из покупок муж приобрел гель для душа. Это у нас персик и анис. В 200 миллилитров, и вы знаете, он уже покупал такой гель для душа, 400 миллилитров я его просила, но он забыл, как бы, он же не думает о косметике, так как я, забыл, что покупал, ну, в любом случае, ему, кстати, этот аромат нравится, и будет еще у нас, почему бы и нет, мне тоже запах этот понравился, поэтому, да, уйдет в дело. Сладенький такой аромат, даже персикового компотика, я бы так сказала. Так, следующее. Ну, конечно же, я просила приобрести мой фаворит. Это масло-эксфолиант для рук. О, да, кто меня знает и кто видел мои покупки в Роше, знает, что я просто безумно обожаю этот продукт. Что это просто какие-то кайфушки, расслабушки и обалденное. Ну, продукт, который, знаете, дает прикоснуться к прекрасному. Ну, и тем более он шел, кстати, по очень крутой скидке. Он стоил всего лишь 299 рублей. Ну, это просто грех не купить. Обалденная вещичка. Хорошо помогает ухаживать за руками. Это такая медовая консистенция с несколькими видами скрабирующих частичек. И просто ручки такие напитанные, ухоженные после его применения. Я вам реально советую, девчонки, особенно по скидке, берите, не пожалеете. Дальше он взял охлаждающий гель для ног. Вот такой вот. Я эту серию люблю, в принципе, я не знала, да, что он купит, ну, с удовольствием использую, классная вещичка, да, да, почему бы и нет. Я думаю, многие из вас, девчонки, любят вот эти вот средства от Yves Rocher, особенно охлаждающий гель, это просто, если вы натрудитесь, либо же набегаетесь, вообще классная вещица будет. Дальше, девчонки, по ходу дела из покупочек это все. Дальше идут подарки, и потом я вам покажу листовки, чековую книжку. Я надеюсь, вам будет это тоже интересно.
Итак, приступим. Во-первых, два полотенца, девчонки, два полотенца, посмотрите. Вот таких вот желтеньких. Это у нас чистый хлопок. Так, кому интересно, может быть, информация, размер 35 на 75, сделано в России, то бишь это вам не Китай какой-нибудь. А у меня их два. Девчонки, знаете почему два? Потому что одно полотенце, одним полотенцем заменили часы. Я так рада, потому что, ну реально, я мужу накидала все кодовые слова, которые есть, но я такая подумала, блин, часы, ну куда их? Потому что, ну я с часами лично не хожу, для этого есть мобильный телефон, если мне нужно время. Кафу я знаю, реально, девчонки, никто не носит часы. И как круто, что заменили часы полотенцем, я вообще радуюсь, потому что, ну, полотенца они-то всегда актуальны, всегда нужны, все ими пользуются. И, кстати, одно полотенце заменили, да, а второе у нас идет дуэт полотенца и вот такая вот расческа. Это по кодовому слову Агава, которая действует до 31 июля. Вот такая вот миленькая расчесочка, очень симпатичная, посмотрите. Такая компактная, она безумно легкая, такой красивый оттенок, такой мятно какой-то, даже лазурной волны какой-то, что-то, не знаю. Ну, я, наверное, это доченьке отдам играться, потому что я сама только тангл-тизерами пользуюсь. Так, девчонки, следующий подарочек, это у нас гель для... Нет, не гель, а... Ну да, гель для бритья. Вот такой вот. Конкретно его дали просто, потому что у мужа был день рождения, ему пришла листовка, что он в честь этого события может получить такой подарок. Поэтому далее он не пользуется средствами для бритья, потому что у него всегда эффект щетины, да, то есть легкая такая щетина, поэтому использовать буду я. Далее, девчонки, вы же помните, да, что я сейчас не буду говорить, что по каким кодовым словам получено, потому что тут были и замены, в общем-то, и я вам просто все кодовые слова, которые знаю, которые сейчас действуют, выпишу, и вы посмотрите в инфобоксе и сможете воспользоваться им. Кстати, да, девчонки, кто спрашивал, мужа не просят показывать листовки, не просят их как-то распечатывать, потому что я слышала и такое. Нет, просто он говорит кодовые слова и все. Ну, единственное, он на пенку вот показал, что ему пришло такое письмо. А так, без проблем. То есть, хорошие консультанты, это в торговом центре Семеновский, если кому-то может быть интересно в Москве. Растительный уход для красоты рук, крем для рук с арникой 75 мл, тоже нам достался в подарочек. Хороший крем для рук, и как-то и сама покупала, и в подарочек получала. Видите, какой классный дизайн вот для тела и для рук. Вот это вот, да, 60, да? Так, что еще? Далее вот такие вот духи, дали 15 мл, Evidence, тоже лимитированный дизайн к 60-летию. Вот такие вот духи, девчонки, вы знаете, я эти духи вообще не воспринимаю, их постоянно дарят, вот сейчас и в интернет-магазине дарят, я их тоже задарю. Кстати, задарю, когда я говорю, я дам, я подарю. Это не значит, что у меня есть какой-то шкаф, в котором я, знаете, там складирую это все. Нет, я просто так дарю, не по праздникам, а вот просто на забираю. Вот, вот так вот. Следующее, это еще одна интересная миниатюрочка Moon Evidence. Здесь у нас уже 5 мл. Если честно, не помню, есть ли у меня такая миниатюрка или нет. Нужно посмотреть по старым фоткам. Потому что, да, я фотографирую покупки. Но, по-моему, у меня есть. Если есть, то я тоже подарю. Да, я уверена, что есть. Она тоже уйдет у меня на подарочек. Потому что, как аромат для меня, для того, чтобы им пользоваться, это так же, как и Evidence. Не воспринимаю, поэтому... Ну, в любом случае, да, приятнее все равно делать покупочки с подарочками, чем просто так. Следующее, это у нас блеск уход для губ виртуозное сияние 03 оттенок. В очередной разочек далее тоже уходит у меня на подарочек, потому что я не пользуюсь блесками вообще. Ой, падает все.
Далее, девчонки, эссенция двойного действия для молодости кожи, восстановление защиты от негативных факторов окружающей среды 5 мл. Эликсир Женесе мне тоже средства в виде кремов для лица не подходят у Ив Роше, поэтому тоже отдам кому-нибудь. Также, девчонки, дали просто вот по доброте душевный шампунь уход восстановления для поврежденных волос. 3 сашета. С удовольствием воспользуюсь. Безумно рада. То есть на 3 раза головку помыть. Супер. Так, девчонки, это все из покупок. Это все из подарочков. Также хочу сказать, что все это обошлось в 5386 рублей. Я же говорю, хорошая такая закупка произошла. Давайте по листовкам. Нам дали, кстати, индивидуальную листовку, по которой можно получить, девчонки, вот ваш подарок. Гель для душа 400 мл на выбор. Тут вот промокод. Далее дали листовочку, которая у нас действовать будет с 22 июля по 25 августа. Здесь уже все новинки, девчонки. Надо уже хотелки все писать. Посмотрите, какие шампуни, очищения. Вот новиночки. Вот кондиционирование, кондиционеры, уход. Специальный уход и укрепляющая сыворотка. Здесь их так много разделов просто. Девчонки, это такие распродажи сейчас идут и в офлайн, и в онлайне, потому что, видите, прям все новинками идет. Видимо, многое будет снято с продаж, насколько я понимаю, с производства, и будет прям конкретно такое ребрендинг, обновление. Так, и, собственно, по листовке по подарки. Первый подарок при покупке 200 рублей 3 дополнительных балла. Тут они решили не запариваться и не придумывать, что дарить. И второй подарок стоимостью 1330 рублей при покупке 890 рублей. То есть это подарок-сюрприз какой-то. Ну, за эту сумму я не знаю, что может быть. Скорее всего, это какой-то крем для лица, для глаз может быть. Конечно, интересно вот это вот все шампуни и бальзамы. Безумно интересно. Тут очень обширная линейка, конечно. Хочется попробовать. Следующее, что тут у нас еще есть? Так, мы накопили баллы, которые можем обменять на подарочек. И чековая книжка, которая действует с 15 июля до 29 сентября. Давайте по-быстрому пробежимся. Итак, предложение. Специальная цена при покупке увлажняющего крема и очищающего геля. Для лица подарок вот такой вот массажер. Кстати, массажер от Пьера Рико. Далее специальная цена уход и очищение от Гидровежиталь. И подарок маска для лица 30 мл увлажняющая. Так, далее у нас опять продукты гаммы по специальным ценам Эликсир Женесе. Далее у нас по специальным ценам Anti-Age Global. Так. Далее у нас специальные цены на серум Vegetal. Специальные цены на Rich Cream. Так. Значит, лак плюс верхнее покрытие по специальной цене, плюс подарок при покупке. Это у нас набор для маникюра. Кстати, смотрите, какой классный набор. Косметичка, кусачки, пилочка и вот эта вот какая-то палочка для кутикулы. К сожалению, я лаками не пользуюсь, поэтому подарка этого мне не видать. Далее, Pleasure Nature крем для рук и жидкое мыло по специальной цене. Следующее у нас, вот, классное предложение. 2 любых продукта по специальной цене для ножек с лавандой. И классный вот такой вот подарочек. Мыло эксфолиант. Очень здоровский подарок. И продукты здесь хорошие. Надо вот задуматься, чтобы приобрести. По специальной цене продукты гаммы Hydration. И подарок при покупке шампунь для волос и скраб для кожи головы. Далее у нас специальные цены продукты гамма Solar. И подарок косметичка и бальзам для губ.
А это даже сумочка для купальника. Следующий у нас при использовании трех чеков одновременно подарок на 500 рублей. Вот о чем я вам говорила, что нам тоже такой подарок перепал в виде корректора. Следующее, шампунь и бальзам по специальной цене. Тоже получается муж вот эти вот два продуктика купил по специальной цене. Макияж по специальным ценам и подарок при покупке любого макияжа 600 рублей очищающее мицеллярное масло. Далее, любой макияж минус 30% по специальным ценам. Вот хорошее предложение. Туалетная водичка Натюрель. И в подарочек вот такой вот кулончик. Он очень красивый у меня такой был. Следующее, три по цене двух. Это у нас маски, о чем я говорила, что у нас тоже такое предложение. Любая мужская парфюмерия минус 30%. Следующее, это у нас гель, либо же пена, плюс бальзам 849 рублей, да, по специальной цене. И подарок при покупке мужская косметичка. Три по цене двух Jardin du Monde. Далее у нас два любых геля 400 мл по специальной цене 429 рублей. Ага, и при использовании 5 чеков одновременно подарок зонт. Ну, девчонки, зонты вот эти вот прозрачные, у них вообще никудышные. У меня был, так я его выбросила, потому что, ну, прям вообще качество ужасное, пользоваться, кстати, невозможно. Ну, и вот такие вот предложения на первый продукт, на второй продукт по 25% скидка. Фух, рассказала, девчонки, как могла, ускорялась. Прошу прощения, если вам мешал ребенок, какие-то посторонние шумы, потому что я хотела вам поскорее рассказать, конечно же, начать некоторыми продуктами пользоваться и радоваться. Наконец-то блудная дочь вернулась в Ивраше. Конечно, да, я очень скучала. Теперь снова в моей жизни появятся покупки Ивраше. И я знаю, что многие из вас ждали этого и прям спрашивали меня, когда Ивраше. Ну вот, время настало. Так как много новинок, конечно, хочется много всего попробовать, ну и за кое-чем я соскучилась. Это все. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.